Победить тяжелые диагнозы, впервые встать на ноги, не умея даже до этого ходить или заговорить. До Красноярска доехали лыжи мечты. Это такая программа реабилитации детей с повышенными потребностями. Она уже несколько лет успешно действует во многих городах России. Вот теперь есть и в нашем городе. Подробности в сюжете далее. Давайте поаплодируем. 14-летняя Настя впервые встала на лыжи у девочки ДЦП. Несколько лет назад врачи дали прогноз – ходить она не будет никогда. Сегодня Настя легко спускается с горнолыжного склона с помощью специального слайдера. В Бобровом лагу заработала уникальная программа по реабилитации детей с ограниченными возможностями «Лыжи мечты». Это очень весело, так скажем. И очень, так сказать, хорошо. Адреналинчик ловим. Я решила попробовать все. И у меня это получается, и мне это очень нравится. Лыжи мечты уже пользуются в России огромной популярностью. Автор проекта Наталья Белоголовцева рассказывает. Изначально его задумывали только для детей с ДЦП. Но когда появились первые результаты, поняли, эта программа работает для всех и каждого. Эффект уже виден через несколько тренировок. Если мы говорим о ребятках с физическими какими-то особенностями, то они встают выше, распрямляют спину. Если не ходят, начинают где-то передвигаться там за руку. Если это ментальные нарушения, они становятся более адекватны, что ли. Они начинают слышать людей, более социальные становятся. Некоторые ребята буквально через пару месяцев занятий приходят в группу здоровых детей. Их усердие и старания удивляют даже опытных спортсменов. Если у меня эмоции переполняют и комок в городе, то я представляю, какой у этих ребят. Это же это совершенно другая жизнь. Поэтому потрясающе. Я думаю, что это, конечно, приложим все усилия, чтобы как можно больше регионов поддержало эту программу. Правда, пока в Красноярске дефицит с квалифицированными специалистами, которые могли бы заниматься с такими ребятишками. При арифметике средней, да, 4 занятия в день, 2 инструктора в день могут заниматься 8 детей. Вы слышали, очередь уже 80. Понятно, что инструкторов не хватит. Записать ребенка на занятия можно по телефону 242-09-25. Эти ребята не мечтали, что будут кататься на лыжах, а теперь это делают смело. Юлия Лебедева, Мария Терехина, Евгений Шестаков, 7 канал.